Ребят, всем привет! И прямо сейчас дуэль на настоящую AWM Treasure Hunter. Посмотрите, что у меня в руках. Этот парень написал мне ВКонтакте. Говорит мне, давай дуэль, у меня есть AWM Treasure Hunter. Я ее выбил. И я готов с тобой подуэлиться на AWM Treasure Hunter, если ты поставишь на кону 100 тысяч голды. Короче, грубо говоря, если я проиграю в этой дуэли, я отдаю 100 тысяч голды. А если я выиграю в этой дуэли, то он отдает мне AWM Treasure Hunter. Убей меня, пожалуйста, АВМочки, чтобы все видели, что это настоящее АВМ Treasure Hunter, ребята. Просто кайфы, посмотрите. Посмотрим на эту АВМ Treasure Hunter и начнем, пацаны, с вами дуэльку. Вот она, ребята, вот она лежит, посмотрите. Посмотрите, какая она классная. И сегодня я буду потеть как никогда и буду надеяться, что эта АВМ окажется у меня в инвентаре после этой дуэльки. Ну что, ты готов? Покивай, если ты готов. Он надеется, что выиграет у меня 100 тысяч голды, но я думаю, что это будет наоборот, и я выиграю эту АВМ. Ну что, пацаны, все, пожалуйста, прожмите лайк за такой контентище, подпишитесь, пожалуйста, за такой контентище на мой канал, и, ребятки, погнали к дуэльке! Ребят, недавно нашел очень крутой сайт GG Standoff. У них самые быстрые выводы, моментальное пополнение и большое количество кейсов. Уверен, что это всем придется по душе. Помимо кейсов на сайте есть контракты, апгрейды и бесплатный барабан, который даст тебе топовые бонусы. А по моему промокоду ты получаешь 30% к пополнению. Играй и выигрывай вместе со мной на GG Standoff. Так, фух, ребятки, я максимально буду стараться сейчас. Беру P350. Я буду играть максимально аккуратно, потому что это, наверное, самая важная дуэль в моей жизни, потому что я играю на AWM Treasure Hunter, ребята, это просто жесть. Это просто максимальный трэш, я буду максимально аккуратно играть, ребята. Это соревновательный режим, то есть здесь игра до 10, и будет максимально потно. Сейчас мне надо поставить хедшотик этому парню и забрать первый раунд, потому что... Что это было? Охренеть, пацаны, у него еще генезис есть, офигеть, это просто чел какой-то нереально богатый, либо хрен его знает. Но этот был вантап просто нереальный, ребят. Я вообще охренел, как он не поставил этого. Слушайте, ребят, мне стрёмно, потому что я могу просрать 100 тысяч голды. Пацаны, максимально собрать, пожалуйста. Собрать, максимально прорашили немножечко. Отошли, все нормально. Тихо, не переживай, я должен забрать этот раунд, я точно должен забрать. Чекайте. Да! Хорош, просто забрали раунд на изичах. Все, на изичах, все, 1-1. Главное не расслабляться, пацаны, главное не расслабляться. АВМ, Treasure Hunter должна быть моя. Должна быть моя АВМочка, ребятки. Фух, собрались. Так, я могу уже купить себе снаряжение. Бронежилетик могу купить, АКРочку себе, все, отличненько. Так, слушайте, а у меня была, ладно, зачем я купил, не знаю, у меня была, в принципе, юмпик у меня был. Так, простреляли немного. Я боюсь, блин, он меня так прорашил в первом раунде, надо быть аккуратным. Он подрашивает иногда немного. Оу, ребята, кайфы, забрали его, отлично. 1-2 счет, просто шикарно, просто идеально, ребят. Так, все, ребят, полетели, это будет просто максимально интересно. Фух, сейчас просто уже первые два раунда я забрал, это кайфы, это просто максимальные кайфы, так, фух. Фух, он подрашивает так меня, слушайте, реально, я не знаю, либо это какой-то, значит, Слушайте, сейчас он пока прекращает немного рашить, это меня настораживает. Я не знаю, он будет сейчас рашить или нет, но я надеюсь, что он подрашит меня. Блин, ребят, слушайте, походу придется самому валить на... Да, ребят, он понял свою ошибку, он понял, что рашить уже против меня бесполезно, что я киборг 228, окей, папиросим, окей, всех разносим. Блин, слушайте, мне страшно, у меня руки дрожат, ребят, реально. Он где-то спрятал, он заныкался где-то. Я надеюсь, он знает, что мы играем боитемка. Так, ну-ка, опа, пропрыгнули. Слушай, о, я его видел. Я его видел. Он с М40, что? А у него денег, наверное, не хватило, ребят. Тихо. Так, он тут, ребят. Попал по мне, ребят, камбон, какой-то жесткий чел. А, я рак. Я сейчас просто не по нему попал, я думал жопа, ребят, фух. Забрали, отлично. 3-1, отлично, все, счет 3-1. У нас еще есть огромные шансы выиграть АВМ Treasure Hunter. Блин, ребят, мы выигрываем, мы даже не проигрываем. Слушайте, вообще, самое главное, поняли? Не расслабляться, потому что если это будет расслабон.
Это будет максимальный трэш. Если это будет какой-то расслабончик от меня, я проиграю раунд или что-то типа того. Это будет максимальный трэш. Странно, почему. Хотя, может быть, он авапер какой-то. Почему он взял М40? Потому что это оружие, вообще, знаете, такое рафлянское. Он взял М40, но он в меня попал с первого же патрона, ребят. Может быть, реально он какой-то жесткий авапер, поэтому надо быть аккуратно, потому что он может сейчас взять АВМ Treasure Hunter и с этой АВМочки меня убить, ребят. Блин, слушайте, вообще, он не хочет меня рашить. Вообще ни в какую, ребят, ни в какую не хочет рашить. Так, так. Так. Так, он тут. Да, он тут, ребят, аккуратно. Так, тихо, он рядом. Он рядом, отходим, тихонечко отходим. Он тут, я слышал его, я видел его, ребята, аккуратненько, отходим, быстренько, ребята, быстренько, рашим, так, о-хо-хо, идеально, просто идеально, так, заплатим бамбу, 4-1 счет, 4-1, отлично. Фух, ребята, это будет АВМочка, походу, моя. Это будет максимальные кайфарики, потому что сейчас у нас, ребята, счет 4-1. Тихо, не расслабляйся. Это потная, это самая жесткая дуэль за последние, не знаю, 1000 лет. Я не знаю, это просто, это максимальный трэш, это максимальный эпик, это максимальный пот. У него ВМ. Опять М40 покупать, чё за бред, ребят? Так, ребята, ну что? Фух, я не знаю, может мне АВМ купить? Не, хотя, не знаю, блин, слушайте, я не знаю, ну, 5-1, ну, давайте попробуем АВМ взять. Попробуем АВМ взять, ребят. Сейчас попробую обойти с бокса его, аккуратненько попробую. И попробую выпасть с АВМ вот здесь. Попробуем аккуратненько, блин, аккуратненько с АВМочки его попробуем забрать. Так. Ой-ой-ой, у него ВМ Treasure Hunter, я должен её забрать, ребят. Я его должен забрать. В голову. Хо-хо-хо! Ни хрена себе, просто что я вытворяю, ребят. 1-6, не, я с АВМ Treasure Hunter. Ребята, просто максимальный эпик. Просто за это лайк, ребят, за это максимальный лайк. Слушайте, он как-то вообще слабенько стал играть. Вообще, заметьте, вообще, я разваливаю на изичах. Главное, чтобы, знаете, чтобы все было нормально, чтобы он не камбэкнул, ничего. Ай-яй-яй, тик-таки-мус просрал АВМ Treasure Hunter. Просто максимально ребята собрались. О, тут еще половина раунда его, половина моя, ребят, я забыл. Так, надо... Давайте сыграем ему разочек, попробуем сыгрануть с АКРом. Я ни разу не играл. Ну что, у нас 6-2 счет, я думаю, здесь уже можно попробовать с более таким, знаете, нормальным ганом сыграть. С АКРом, новым каким-то. Что я сделал? Я такой дурак! Я достал зачем-то нож. Это просто жесть. Я не знаю, зачем я достал. Я честно не знаю. Просто тупо взял, достал нож. 6-3. Ребята, это начинает меня напрягать. 6-3 это ненормально. Это not normal, ребята. 6-3 это жесть. Это максимальный эпик. Собрались. Фух. Тихо, выдохни. Фух. Выдохнул. И все. И нормалды. Нормалды, ребят. Возьмем себе что? Давайте гранатку возьмем себе. Броню мы не сможем купить. Гранатку возьмем, диффуза нам не нужны на один плент. Поэтому гранатку прокинем ему потом. Думаю, здесь на первом раунде особая броня не нужна, да? Вот. Вантапик в голову. Просто вантапик в голову. Опа. Ой, он идет. Ой, попал. Он по мне тоже попал. Отходим. Он заплантил. Твою налево. Он заплантил. Твою налево. У меня нету диффузов, ребята. Ни хрена себе, у него Г22 Frozen. Откуда у него такие скины? Жесть. 6-4. Тик-таки-мус, братан. Это жопа Эндрик, ребят, начинается. Начинается реально жопа Эндрик. 6-4. Это просто жесть. Я не рассчитывал на такое. У меня был 5-1 был счет. Или 6-1. Так, собрались. Тик-таки-мус, соберись. 6-1 был счет. Блин, ребят, это потно, это максимально потно. Я не знаю, это капец какой-то. Пожалуйста.
Так, попал, в голову попал, отлично. Шикардосина, ребят, просто шикардосина. Собрались, ребят, пожалуйста, Нам надо выиграть этот раунд, Я ему в голову попал уже вроде, да? Попал в голову, если он меня сейчас еще убьет, я буду просто считать себя неудачником, ребят. Опа! Твою налево, у меня 20 хп, ребята! Твою налево. Все, отсиживаемся. Он раш, он простреливает, пытается меня, ребята! Не стрёмно, тихо. Да, ребят, отлично. Что у него было? У него М40 было, серьезно? 7-4 счет. Слушайте, ребята, я чувствую запах победы. Вы чувствуете запах победы? Вы чувствуете запашочек победы? Я на всякий случай диффуза возьму, потому что мало ли какие-то не будут непонятные обстоятельства, при которых мне придется, ребят, диффузить бамбу. Полетели, ребят, 7-4, отлично, нормалды. Собрались. Так. Я его не вижу. Я не буду рашить, мне стрёмно. У него ВМ! Сейчас попробуем его с Тёмочкой. Блин! Я в этот момент, ребята, был в Тёмочке. Перезаряжался в этот момент. Как же не повезло мне. Ребята, собрались. Давайте возьмем тогда Фомасик возьмем. Греночку возьмем. 7-5, ребята, 7-5. Три раунда, тик-такимус. Три раунда, я в тебя верю, бро. Тик-такимус, я в тебя верю, братишка. Ты сможешь. Ты сможешь не запороть, ты сможешь выиграть. АВМ-ка будет твоя. АВМ-ка будет твоя, тик-такимус. Пожалуйста, братиш. Блин, мне стрёмно, реально. Да! Забрали АВМ, ребят. 8-5. Все. Это победа. Это должна быть победа. У тик-така в руках АВМ. АВМ, трэжер. Господи, просто посмотрите на эту красоточку. Просто посмотрите на эту красотку, ребят. Давайте на солнышко так вот. О боже, ребята. Как же я кайфую. Неужели эта АВМ будет моя после этой дуэли, ребята? Неужели она будет моя? Так, сейчас попробуем его с Тёмки попасть немножечко, ребят. Давайте, я надеюсь, он выйдет как-нибудь... открыто, я его так бац, и все, и нормалды. Блин, чё его в яме нету, я не понимаю. Как же? Мышка не довела. Ладно, Рафляндия, шучу, пацаны. Все, нормалды, собрались. Единственное, обидно, что АВМ-ку просрали. Собрались и еще раз собрались. Нормалды, все, пацаны, ну, нормально. Ничего страшного, у него АВМ-ка. Мы знаем, что у него АВМ-ка. В принципе, можно сейчас подпушить можно немножечко. Сейчас у него АВМ-ка. Он не сможет ничего сделать против пуша, ребят, я вам отвечаю. Смотрите, просто чекайте. Изи пуш. Так. А где он? Кому он? А где он? Что? А где он, ребята? Ой, я его видел на минимапе. На минимапе видел. Да! Он с АКРом был, а что не с АВМом, а не с АВМом? 9-6, братаны, здесь уже чувствуете как бы победку. Победку вы чувствуете, да? Я тоже чувствую. Я чувствую победу, 9-6, ребята! 9-6, нормалды. Пропушу его просто спокойненько через бокс я не буду, я буду через лонг. Пушу сейчас потихонечку, через лонг пройдем. Гренку прокинем, ему бэс, граната летит. И врываемся. Под флэш, не, флешку не будем кидать. Вот он, попал. Это будет килл. Блин, перезарядка, только не убивай, пожалуйста, не убивай. АВМ Treasure Hunter. Просто все в комментариях написали F. Потираем ручки, ребятки, потому что прямо сейчас парнишка отдаст мне свою АВМ Treasure Hunter. Напишу. Давай, смотри, напишу. Смотри. Сейчас выставишь ее. Я ее куплю по закупке 003. Окей, бро. Бро. Отличная дуэль. Давай. А знаешь?
твою налево. Только, пожалуйста, нет! Не, ну не, ну пожалуйста, ну братан! Нет, не, не, бро, 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 нет, не, 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 не. Давай без этого. Нет, стой, пожалуйста, нет, стой. Ну что, я скину твой ID всем. Я скину твой ID всем. Тебе тупо личку зафлудят. Тупо личку. Личку зафлудят. Не надо. Это у тебя тупо. Ну что, тогда давай. Тогда отдавай АВМ. АВМ. Прямо сейчас. Отдашь? Я не могу. Почему не можешь? Почему? Пожалуйста, господи, лишь бы он не кидал у меня. Походу, еще... Не, мне что-то кажется. Если он уже начал писать, что нет, он слишком дорогой. Напишу. И что? Напишу. Я его хотел продать. Тебе выпал он, просто выпал он. Просто так. Давай так. Отдаешь или нет? Отдаешь или нет? Пиши. Быстро. Нет. Это твой окончательный ответ. Это твой окончательный ответ? Прости, говорит. Это твой окончательный ответ? Сейчас мы спросим. Окончательный ответ? Не знаю. Давай быстро. Отдавай, бро. Но я не отдам. Ясно. Короче, пацаны, ну. Чуваку просто выпало на халяву АВМ. Treasure Hunter, видимо, да? Ну, его ID 73-59-07-55. Пацаны, вот этот вот чел просто взял, киданул меня. Вы знаете, что делать. Сразу просто можете Флучанского врубать ему в личку. Напишите, чтобы он отдал. Напишите ему просто, чтобы он отдал АВМ. Пожалуйста, пацаны. Я надеюсь, он мне ее даст, после того, как вы напишите ему личку, отдай его. Пацаны, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, блин, я думал, это видео будет максимально идеальным. Но, к сожалению, ребята, блин, как всегда, меня киданули на голду. Точнее, не на голду, а на моем Treasure Hunter. Пацаны, пожалуйста, поддержите меня лайком. Подпишитесь на мой канал. И вот этот ID вы сами понимаете. Я сейчас еще поговорю с ним после этого видео, но я уже понял, что вряд ли он мне даст. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь обязательно на мой канал. Вы лучшие, пацаны. Всем пока-пока, ребят.